Всем привет! С вами Никский. И сегодня мы с вами перемещаемся сюда. И сегодня я вам кое-что проведу. Буквально на каких-то днях я переехал в деревню. В городе жить надоело. Кто согласен, пишите. Так. Берем вот этот вот скинчик. Потому что нам надо работать. И да, деревня номер 13. Вот так. Так. Смотрите, идет создание мира, генерация ландшафта. И сейчас вы увидите. Ребята, не-не-не-не-не. Короче, я еще установил моды, которые находятся вот здесь. Вот, трансмод нам тоже нужен. Так, разрешаем. Ну, некоторые минуты, некоторые секунды займут на это. А хотя мне надо только мод на машины и мод на мебель. Поэтому удаляем вот это. Трансмод. Сложно это удалять. Так, заходим в приложение Cars Mod. И сейчас будет установка мода. Так, давайте посмотрим, какие бы нам машины просто. Мне такие машины не нравятся, богатые. Я бы взял бы на самом деле. Так, тут можно. Так, ну, ого. Неважно, ну танк нам тоже не надо, истребитель тоже не надо. Короче, мне понравилась вот эта вот машина. Она не скоростная. Потому что все дорогие машины, они быстрые. Эти. Вот так. Не обращайте на это внимания. Вот так вот выходим. Stop Art я тоже скачаю. Так. Open in Minecraft. Так, открываем. Открываю, но я лучше зайду здесь, потому что я могу выйти из рекламы. Поэтому, ребята, у нас будут моды. Это если что, клавиатура. Импорт запущен. Успешный импорт. Так, глобальные ресурсы, мои напоры активировать. Напоры, я сказала. Так, теперь надо установить вот такое приложение. Оружие для Майнкрафт. Оружие нам пригодится, потому что у нас все-таки как-никак есть зомби. Ну, криперы там всякие. Если вы хотите получить бесплатный робокс, вы должны попробовать. Это обман. Не ведитесь, да, на эту рекламу. Не ведитесь. Я пробую некоторые приложения. И у меня это не получилось.
Так, давайте. Ну, такие вот мечи нам хочешь пригодятся. Хочешь зарабатывать как блогеры и ни в чем себе не отказывать? Тогда слушай. Секрет в том, чтобы успеть одним из первых залететь на новую площадку. Сейчас такую вас... Так, вот так вот. Ну, я бы снимался тут, но, как говорится, ни канал Никский не перенести никуда. Импорт запущен. Давайте. Ура, успешный импорт. Активировать. И у нас остался последний главный мод под названием Fortnite MCPE. Тут огромная подборка. Мне нужны именно, ну, хотя бы часть не крафт. Вот. Мне нужны вот такие вот вещи. Next. Переходим на next. Вау, это вся моя земля? Начну строительство города слева. О нет, наводнение! Нужно сделать что-то. Нужно собрать дерево и построить дамбу наверху по течению. Должно помочь. Можно начинать фармить с новым притоком. Наконец-то, город готов. Теперь можно перейти на другую сторону. Я построю еще один город, чтобы получить больше ресурсов. Пора усилить дамбу. Построить порты для торговли. Очень захватывает. Что дальше? Next. Китаец создал нейросеть, которая сделает из любого изображения аниме. Mm-hmm. Давайте проверим ее на популярных мемах и персонажах. Install and play. Представляем новое приложение Zen. Только здесь собрано все, что тебе интересно. Посты, длинные видео и короткие ролики. Дзен составит персональную ленту по твоим интересам. Найди свой дзен. Ланкрит. Ну да, заходите. Читайте дзен. Дзен полезно читать. Это как книга. Так, импорт запускается. Успешный импорт. Это я рад. Ну, извините, ребят, но мне надо было это скачать. Так, активируем. Так, теперь у нас 4 глобальных ресурса. И мы заходим. Мы с вами зашли. Мне сначала надо посмотреть на машину. Вот. Я не понял. Ребята, вы это тоже видите?
Нет, это... Что? Так, мод на машину работает. И чего это? Вот смотрите. Это чисто глава зомби. Теперь у нас такие столы. Кровати новых нету. Оружия нету. И это такой кольчужный шлем. Где машина? Мне машина нужна, не лама. Поищем в поисковике. Поздравляю, это теперь тортик. Прикольно, что мы можем открыть торт. Смотрите. Это вообще урод. И вот это вот нормально. Это можно вот так, это вот так. Короче, ребята, моды не работают. Это вообще неизвестно что. Где машины? Ладно, ребят. Я в конце ролика удалю этот мод. Так что, 7 способов улучшить свою деревню. Начинается. Извините, ребят, что 12 минут на это потратил. Короче, перейдем к основе ролика. Первый способ — это осветить свой. Потому что, знаете, зомби, там, криперы, они не любят. Я поставила такие вот фонари, но нам надо, чтобы мы проходили нормально. И вот так вот просто ставим. Я с вами пока буду говорить. Так вот, 30 декабря у меня был день рождения. Ну и я сниму, как я в деревне отмечаю якобы 30 декабря свой день рождения. Поэтому этот ролик выйдет где-нибудь в четверг. Ну, короче, я напишу, когда он выйдет. Но он выйдет. Он будет называться «Я отметил свой день рождения в Майнкрафте». Ребята, я разрушитель, правда. Нереально тупица. Я ломаю это зачем-то. Лампа мне зачем-то. Лучше на самом деле отойдите от экрана, не портите себе зрение, пока я тут все это ставлю. Поэтому я буду молчать, пока вы там отходите.
Кстати, ребят, я хочу рассказать плюс факелов, чем фонари. Его можно повесить на стенку или просто поставить. На стенку лучше. Вообще, на самом деле. Я, может, на стене, но лучше. Короче, я буду дальше, если что, молчать. А вы пока можете любоваться закатом. А еще плюс факелов в том, что через них можно пройти. Дальше буду молчать. Вот пока можете любоваться ночью.
Кстати, я не курица.
что ж, ребят, спустя некоторое время я сделал это. Даже ночь прошла. Второй способ. Это поставить галену. Это видео будет очень долгим. Это. Потому что моды все испортили. Просто, ребят, надо терпеть. Если вы дотерпите, вы добьетесь истинного. Ну, в смысле, там, только не везде терпите. Только в других. Только в случаях, если вас просят. Тут, например, надо было подождать. Здесь мы с вами заспавним 10 големов. Я пока помолчу. Одного сейчас заспавним дополнительного. Все готово. Третий способ — это помочь жителям в обществе, в общежитии. То есть мы сейчас декорируем дом любой, ну каждый. Этот мой дом, мне его уже обдекорировал. Вот кровать. Ребята, что с кроватью? Она реалистичная. Но это скоро пропадет. Потому что я эти моды удалю. Вот так вот. И сундук. И так мы будем в каждом доме. Я пока помолчу. На самом деле дом для бед.
Сейчас я кое-что проверить. Угу. Что мы поставим в каждом доме? Двери. Решил изменить фитила, потому что тут я это забыл сделать. Так вот, я бываю неряхом.